Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 60-65, для которой можно потратить 1, 2, 3, даже 5 сишек. В общем, я воспользуюсь одной, покажу вам, где можно еще взорвать, чтобы получить дополнительные ресурсы, и это будет уже на ваше усмотрение. Хотите вы дальше взрывать или нет? Блин, тут вот эта ловушка меня немного смущает. Давайте я... Если взорвать, вот здесь, наверное, будет правильно, хотя они будут обходить. Ну ладно, посмотрим. В общем, здесь можно взорвать, по сути, где угодно. Тут большая открытая площадь. Вот здесь, вот, если взорвать, вот здесь третий ящик желтого цвета. Тут ресурсы будут, это доски в основном. Там пару медных слитков, пару стальных слитков. А вот здесь, если взорвать третью стенку и открыть первый ящик, будет около 15 железных стаков железа, если кому это интересно вдруг. Готово. Мне осталось открыть два ящика. Давайте смотреть, что здесь. Изолента. Так, тут у нас талончики, глок убитый, бензин, фильтр, гвозди. Это сюда. Следующий ящик пустой. Здесь у нас бревна. Ладно, заберу их пока. Так, здесь еще бензин, микросхема. Так, это тоже неинтересно. Пусто. Пластины, руда. Болты тоже заберу. Кстати, мне алюминиевые слитки тоже можно взять. Здесь пусто. И давайте открывать последние два хранилища. Так, это я возьму. И вот это я тоже заберу, пожалуй. Давайте посмотрим, может, здесь что есть. Так, тут вот, например, 20 слитков есть. Так, громила. Так, тут еще 20 слитков есть. И, в принципе, я буду сваливать, потому что он уже наваливать начинает. Так. Кстати, тут, по-моему, мне показалось. Так, в пикапе ничего интересного нету, байка тут нету. В общем-то, вот такой вот лут за одну сишку. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.